кап 1, 2, 3, 4. Джамой пока не отвечает. В чате написал, что он с тобой идет играть, и пошел с тобой играть. Я в курсе. Кто не отвечает? А что там? Раз, я тут с вами. О, это что, какой сервер? Я просто забыл микрофон включить. Я на кап 1, 2, 3, 4 зашел. В смысле 1, 2, 3, 4? Четырехзначный хэш? Ах ты. Ключ. Кап, да? Кап 1, 2, 3, 4. Я такой разговаривал с вами, сам смотрю, это, микрофон-то не переключен. Понятно. Так оно и бывает. У кого там мисс-матч контроля? Я еще не зашел. На, я на сервере. У тебя там что-то включено? Ну включи ты, что там, 3G3 нажатие клавиш. А что там надо брать? Нет. Дроп 3. Так, что тут? Сражение? А сложно или норм? Норм. Я прочитаю, что в регламенте. Я не знаю, там ничего не, насчет этого не написано. Ничего не написано? Тогда да. Норм. Ну вообще, может, поставить легко будет, матч просто быстрее. Раз в пять. Ну, давай, короче, норм. Блин, за индусов будет очень долго. Пошли за Исландию. Так, сейчас громкость настроят. Выбирай сам, ты первый, что хочешь, что и выбирай. Ну он, я не могу за него выбрать. В смысле, за кого за него? Нет, за себя. За второй джойстик-то выбрать. Так, Исландия, да? Не будем менять? Да я будем? Попробую поменять. Ну тут извини. Да я встал, ну как у тебя подумал, у тебя читерская что-то есть. Сам небось там знает, у кого да ничего сука. Не знаю, ты че. Да, мне так же говорил Мафута. Все? Да, а че так? А, во. Че я. В смысле, справа, почему да? Твой мяч? Как мяч? Не знаю, я справа. За что? Давай, Джамлайт. Утри нос. Куда я кинул-то? Зазнавшемуся. Почему зазнавшемуся? Первый раз играю. Очкарику. Да не ты. Ай, за шо? За шо, деда? Так, ладно, посмотрим ещё. Блин, посмотрим сами ещё. Тут почти ничего не изменилось. Рок слева. Джамлайт справа. Супер. Что там было? Никого не задел, надо же. О, ничего себе. Самонаводящаяся. Самонаводящаяся, надо запомнить. Это Исландия, да? Угу. Заебись. А у них, наверное, у разных чуваков тоже разные. А. Приколы. О, видишь, этот-то у кого-то еще есть такой же супер. Я че не поймал. А может и не самонаводящийся, может просто повезло. Смотри, а. Круто. Я против Мэмори помню, он все время пускал такое. На самом деле, не херня из-под ногтей. Просто приседаешь, дается. Уклоняться не обязательно было. Можно было просто присесть. Хотел перехватить, да, Рок? Нет. Ну, в смысле, да, но там 2 хп, это за мяч, это нормально. Ай, о, зашибись. Вот это ненормально. Возьми ты мяч, ты дебил. Да дай, в смысле? Отдай. У меня проблемы с управлением. Шел вон. Куда ты тут лезешь? О, крутяк. Сейчас кому-то из бота пролетит. Что-то там
Я вниз нажал. Фу, фиг он, наверное, дал пас. А чё не бежит-то? Так, Урока один ушатан. Как ты супер делаешь? Да с разбега просто. Ну с какой точки? Да и с любой. Нет, тут надо пробежать сколько шагов, тогда будет супер. Бегу и все наугад. Да, да, да. О! Я понял. Ну, нашел. Видишь, я ж тебя не обманул. Не, я точку нашел. Точку? Точку G. Типа того. О, прыжка даже, заебись. О, перехват. Боты не хотят тоже нарываться. Салют. Так, ну еще все не, совсем неоднозначно. За мной-то ходишь ты? Смотри-ка, что он ходит. Ты, блин, опять точку потерял, а? Что за? Думаешь, это точка? Там шаги именно. То есть надо еще и точку начала разбирать. Ну, скорость ты... Ну, я и говорю, начало. Жалко, отсюда свои не отлетаю. Как не отлетает, отлетает. От своих, в смысле, суперов. Да. Научить? Ну ты в смысле? Отнял прям. За 4 хп попадет. Да блин. Кот. Кот? То есть не пес, а кот. Пес кот сказал. О, Скотт. Больше так послушал. О, куда я вытянул? Надо на Лёху нажать. Тут долго больно. Представь, если бы это Индия была. Там есть команда, которая слабая. Вон, Японию бери, и там один удар обычный, пол хп. На Лёхом, да, на сложном, нет. Не на Лёхом, на обычном. Кого там они? Правда кого? Не, он что, сдох? Слушай, он сдох. Блин, в натуре они умирают, я даже не знал. Я, в смысле, они... Никогда такого не было. И вот опять. Да не, вон он вернулся. Походу прибежал кто-то. Но звук-то был, что умер? Нет, звука не было. Был. Слышь, как он пешком ходит.
Такой О. Тут ловить, кстати, можно. Упса. Угу. Это невыгодно. Мемори прям ловят нормально. Даже супер невыгодно. Ну потому что можешь пропустить, но хп потеряешь. Да. Да-да. Не то нажал просто. Ну, уже мой это все три пока в строю, но хпшечка у них не очень. Как ловить-то? Но боты не ловят сверху, да. Только своим игроком можно прямо походу. Смотрите, что она все трое живы. Ну так потому что одного труднее будет убить, надо не разных начать сверху. Ну верни на поле. Ну, поймал. Че за блин? Не попал. Да. Я целился в нижнем, кому-то в какую-то жопу ударил. О, смотри, ты попал. Ай. Блин, это что, ложная потеря? Так, один кинулся. Супер какой-то не очень. Он даже никак не уворачивает. Ну бот, чё? Все, теперь любой может завалить. Один ноль. Сейчас оп. До двух побед. А здесь можно читерский супер использовать в этой игре или нет? Какой? Там у пятого игрока в Японии какой читерский супер, но не помню в какой серии. Не знаю, я ничего про не знаю, поэтому ничего не писал. Да ну... не сражение норм. Там кто-то у Никесу, у пятого игрока, кажется, там просто читерский супер, от него почти не увернуться. Один на игру. Так что давай без него. Чему давай без него? Зачем ты сказал? Ну, чтоб честно было. Да ну... Никто ж не знает. Я бы мог сейчас поставить и выиграть. Ну, ты же не поставил. Надо было ставить. Ну, я честно хочу. Читерский супер. Наверное, ну, он правда, почитай секреты на Technos Battles. Вы все равно одинаково не играете, так что какая разница. Ну, тут же состав можно убирать. Давай, Джамлай. Ой, да блин. А, пойдет. Ну и супер. Так, блин. Оп, короче.
Нинрок. Ничего не поймал. Ворует передачи. Срубила, братка. О, поймал, супер. Боты уклоняются. Они уклоняются только от верха удара. Ну, в смысле, когда прямой удар был. Вот такой. Когда вот сверху ударяешь, они не уклоняются. Ты забрал меня. Ну а ты сразу пас не давай, можно же сначала верхнему от пас отдать, ну видишь, вот так. Потом... Тут тоже можно прихватить. Но эта фигня, только один хп. Не попадает. О, 6. Уже что-то. Меч так быстро приземлился. Ну и чё, он в кого пуляет? Там надо тоже направление. Ну, как бы, не отметиться примерно. Можно вниз ударить, вверх. Да, что-то супер не получается. О, надо же. Я поймать хотел. Шальной. Блин, не попал. Это херня. Да чё ты? Бесишь ты меня. Да. Ой. Неплохое свежее решение. Поближе. Готов, да, Коня? It's the beginning of the dawn. Get to believe it. Believe in the songs. Say now, whoa. Чувствую готовность. Да хорош, Коню, а не тут это. Наверняка кому-то мешаешь. Сори. Не, я еще поесть надо.
Плохо. Ну возьми ты. Ты достал меня. Джамулает. Камбэщит. Да, чуть-чуть. Я устал просто, мне уже не охота играть. Ты как-то близко бьешь. Я думал, вот. Сергей Юрьевич у меня спрашивает. Куня, здорово, ты шаришь в Ларавеле? Это конечно. Ничего не делает, чтобы из этого на работу взял. Я не так хотел сделать, но... Какая у вас игра позиционная? О, забрал, смотри. Супер говно. Блин, поймал что ли? Блин, смотри. Ты можешь не ловить, пожалуйста, мячи? Да я устал, я просто хочу сам себя выбить, да и все. Экологический проигрыш. Если ты сейчас сам себя выбьешь, то будет счет 1-1. Ну, направление жалобы, все равно фигня какая-то. Ой-ой-ой. Ой, что я сделал? Чего? Да. Смотри. Ну а как суперку ты в воздухе делаешь? Мне кажется, он сейчас не расскажет. Ой, да куда ты побежал-то, дурачило? Что ты, неубиваемый что ли? Ну, так он приседать будет, так до потери пульса. Сразу видно, профессионалы. Понеслось.
Так, вот попался. Пошла жара. Подставился. А, возьми другой. Ух ты, попал. Сука, наебала уж ты. Да блин. Че он не ловит-то? Я жму же, блядь, лови. А он потому что не видишь. Да он не... больной, потому что. Потому что он уже все. Ух ты, поймал. Джамлайт уворачивается. Все. 2-0. Так-то ожесточенно. Джамлайт проигрывает, но... Майнд геймс какие-то... Игру, есть. Но не проигрывает войну. Возможно, лучше скорее. Так чё?